команда себя чувствует очень хорошо. Конечно, у нас сборы проходят, немножко устают, но все нормально у них. Там мы даем им витамины каждый день, даем добавки, чтобы они чувствовали себя хорошо и не уставали так. Конечно, не может не влиять жара, потому что гидратация у них высокая, но, конечно, мы даем там гипотонические жидкости, чтобы восстановили вес хорошо. Условия хорошие и погода очень хорошая для тренировок. Не так жарко и очень, что понравилось, то, что хорошие поля, качество поля очень хорошее, это очень важно. Так в целом очень довольны и всем, и гостиницей, и питанием. Как проводите свободное время? На самом деле его не так много у нас здесь, потому что постоянно двухразовые тренировки. И когда есть, за компьютерными играми в основном. Сьонго Фран рассказал, что много новичков в команде. И у вас есть какие-то традиции, что они там поют, танцуют? Что-то было уже на этих сборах? Традиция, она недавно началась, то, что да, должны петь. Но пока что-то не выбрали они песню, видимо, или хоть танцевали бы, что ли, не знаю. Но пока не было ничего еще. У вас также проходят теоретические занятия. На чем там делается акцент сейчас? Хороший вопрос. В основном, как перестроение, кто куда должен открываться, какие позиции, где, в общем, все о позициях, кто должен где быть, что делать в общих чертах. Команда готова к сезону? Я думаю, да, но еще есть время, еще до первой игры очень достаточно большое количество времени, поэтому готова, но я думаю, еще не на все 100, конечно, потому что еще рано, до игры достаточно много времени, я думаю, наберем еще больше. Думаю, мы будем выиграть.